Так, 9 декабря 15 год, памятный знак 50-й параллели, на которой стоит Харьков. Не все видно под снегом, но уж когда пришлось снимать. Тут вообще много всего сразу. Рядом и памятник Шевченко. Улица Сумская рядом. Рядом и Харьковская сирень. Аллея звезд. И что-то крылатое с мечом тут же. И то, что, судя по всему, является памятником ленивому скульптору. Оперный рядышком. Зеркальная струя едва видна. Портрет Леонида Быкова. Ну, в общем, много здесь приметных мест. Знаковых для Харькова. Что тут написано? Бог его знает. Ладно.